Обсуждая с жителями актуальный вопрос развития агропромышленного комплекса, министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов сообщил о возобновлении выплат владельцам дойных коров. Так же, как и в прошлый сезон, большого молока им положены субсидии в зависимости от количества животных. В 2020 году впервые в нашем регионе были выделены субсидии на содержание коров личных подсобных хозяйств в прошлом году. В прошлом году эту форму поддержки получили 33 100 хозяйств. И главой республики было принято решение в этом году также эту форму поддержки сохранить. И в бюджете заложено 171 миллион рублей. Это значит, 35 тысяч человек, кто содержит коров, в ближайшее время могут получить субсидии. Заявки уже начали поступать с районов. Первые заявки поступили с Ялтинского района, с Канарского района. И сегодня уже первые денежные средства, первые субсидии будут отправлены жителям этих районов.